Все, билеты купили. Теперь ждать электричку. Блин, народу столько, мне уже эта затея не нравится. Я представляю, сегодня самый жаркий день в июне. Я не представляю, сколько там будет народу. Мне кажется, мы там будем как пингвины. Я еще взял с собой палатку, но походу ее там негде будет расстелить. Я из-за этого не очень люблю Калгалово. Из-за того, что там очень много народу. Вода чистая, конечно, песочек, но хорошая, но... летом туда практически весь город едет, потому что это ближайший чистый водоем. Ну, надеюсь, как-нибудь расположимся там. И это будет открытие купального сезона у нас. Потому что в этом году мы еще на водоемах не купались. Судя по машинам, тут, мне уже кажется, яблоку негде упасть. Да, вы только выходите с платформы, вот такой вот встречает вид, полно машин, пыль, дым. Как я предполагал, негде яблочку упасть. Вообще не понимаю, там моей нравится тут отдыхать, мне не нравится, народу много, электрички ездят. Первое чувство, когда вы приезжаете в Кавголово и видите столько народа, это просто как пингвинятник. Вы думаете, зачем я сюда приехал? Вы потом окунетесь, водичка хорошая, дно хорошее. И вроде думаешь, да ладно, все нормально. Ну, конечно, сюда лучше, если собираетесь ехать, лучше ехать в будний день. В выходной день здесь всегда вот так вот народу не пропихнуться. Мы кое-как расположились. Вот так мы расположились. Еще здесь ездят электрички и очень шумно. Или если ехать, то куда-нибудь
на Байдарочку, туда, на другие стороны, где нет столько народа. Время сейчас уже почти 9 вечера без 10 минут. И в кап голова стала поспокойнее. Ну, хотя уже есть место. Спокойно. Ну, в принципе, если в будний день здесь вот так вот, здесь можно находиться. Но вот то, что было, когда мы пришли, это просто был трэш. Сейчас даже я вот разложил палаточку. Искупался хорошо, сейчас здесь жарко. Даже заварил там себе пуэрчику. Попиваем пуэрчик. В голову. Что я вам могу сказать? У меня осталось довольно-таки двоякое чувство. Сперва, когда мы пришли, сегодня воскресенье, выходной день и самый жаркий день, может, из-за этого здесь народу было ну просто не вообще даже хоть стоя загорай, или как расстелились тут, то есть прям на каждом метре люди как пингвины. И меня это очень раздражало. И я сначала хотел сказать, что вообще никогда больше сюда не приеду. Я сказал, что никогда больше сюда не приеду отдыхать. Второй из минусов. Это рядом железная дорога. То есть поезда ездят шумно. То есть так очень шумно, хаосно. Но под вечер, когда народ весь рассосался, все поуехали, все-таки здесь прекрасно. Вода чистая. Песочек. Прекрасный закат проводил. Сейчас я домой и к вечеру. Я вроде бы как доволен. И мне понравилось Кавголово. Но осталось двоякое чувство. Я думаю, сюда можно приезжать, но только в будни. По будням здесь, наверное, не так людно. И все-таки вода чистая, теплая. Хороший заход в воду.
песочек. Ну вот так вот. Такой был у меня сегодня отдых в Кавголово. Я открыл купальный сезон. Ладно, всем добра. Отдыхайте в удовольствии.